На центральном рынке Бельц пользуются большим спросом сезонные фрукты и овощи. Люди предпочитают покупать местные и свежие продукты, даже если их цены иногда выше, чем у импортных. Торговцы уверяют, что цены остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, и не претерпели радикальных изменений. Авем капушоне, ладоузе штинжделей, авем пепень ладоузеч, патлажика латрей зеч, рошейли. Это сунт молдовенешт. Tētis moldovniešt. Din... Mazarei lai šķi priec? Mazarei 40 diļiei. Dulči, būna. Kumpara vāmeni? Kumpara kāriši, kāds plāti. Dorga. 30 lei. U mēs samai dārgai, samai vkūsnē. Eta srok. И привозят иногда вот поближе самбалы иногда привозят с таких сел. На чем больше люди тратят на коммунальные услуги, тем меньше тратят на продукты. Вот. Поэтому мы это ощущаем на себе. Patruzies diļiei. И дела сенжери ной. Oamenii cumpără? Тоже мать килограмм. Cumpăr. Dar anul trecut cumpărau mai mult, mai puțin față de anul ăsta? Trecut mai bine a fost. Mai bună piață avem. Покупатели выстраивались в очередь у прилавков, где продавались местные фрукты и овощи. У нас небольшая пенсия, и мы ищем, что подешевле, конечно, но хочется нашу молдавскую продукцию. Потому что мы не знаем, что там. В первую очередь предпочитаю черешню, клубнику. Я купила полкилограмма огурчиков, вот стоят, видно, но они тоже тепличные, еще нет этих, так сказать, из грунта. И черешня. Рада и буна, а ну и ставляк моему рада. Прецули кам тот очелеш. Да, сент фарти густуаса дульче. Череш, мазари верди, фарти густуаса дульче. Хороший компарат, фарти густуаш, фарти ефтинь. Ну, сам проблем. Сегодня на центральном рынке покупатели могут приобрести клубнику по цене от 25 до 30 леев за килограмм, а черешню по цене от 30 до 35 леев. Килограмм гороха на рынке можно купить за 35 леев, а килограмм огурцов – за 20 леев. Цена килограмма помидоров варьировалась от 35 до 65 леев за килограмм, а килограмм молодого картофеля стоит от 20 до 30 леев. Самыми дорогими являются сладкие перцы, которые стоят от 50 леев за килограмм.